Вот, значит, есть в продаже вот такие отплаты. Значит, что можно с них сделать? В принципе, их можно закрепить на какой-то теплоотвод, на, значит, алюминиевую пластину небольшую, или же радиатор с компьютера там, допустим, либо же можно примонтировать старую лампочку на 220 вольт, то есть нужно вытащить плату с нее. Значит, там минусовой, то есть тот контакт, который на вот эту металлическую деталь, на резьбу, там уже был проводочек, я его удлинил. Вот. А вот эта штучка сверху, ну, этот контакт, он вымается, то есть вымается, его под ковер нужно вытащить. Там как гвоздик такой внутри. И туда провод просто просовывается, и гвоздик обратно ставится. Здесь же, значит, припаиваем контакты. Следующий момент. Нужно, я буду использовать герметик силиконовый, точнее, это даже не силиконовый, это, ну, какой-то акриловый, что ли, не там суть. Герметик, то есть алюминий к алюминию, здесь он на место стал. Там же есть внутри, значит, еще раз посмотрим. Алюминиевая такая, как бы фольга, что ли, толстая внутри лампочки. И нужно, чтобы был контакт между этой, между платой и внутренней частью, чтобы происходил теплообмен. Не знаю, конечно, насколько это эффективно. Все лампочки именно так и сделаны, на самом-то деле. Вот. И дальше я здесь, значит, пройду герметиком. Дам все-таки немножко подсохнуть, наверное. А потом одену сам вот этот рассеиватель. Вот. Таким образом. То есть получается такой бюджетный вариант. Немножко самому посидеть, если есть свободное время. Можно сделать таких лампочек на 12 вольт. И пользоваться ими от аккумулятора. Вот. Такое было послание моего видео. Всем всего хорошего.